Какие эмоции после победы? Эмоции, но чувствуется опустошение на самом деле, потому что я могу за себя сказать лично, что я очень сильно устал после травмы, пропустил 3 игры, мне было очень тяжело, но как бы я справился с этим. Эмоции, кубок везем в Баковку, это самое главное. Как гол забил, расскажи. Гол был, подача Ману подал, я оторвался немного от защиты, ну, не знаю, кто со мной играл, и на опережение сыграл и забил. Слышал, нога у тебя сильно болела, не было желания замениться или до конца терпел? Терпел, я такой человек, то, что не люблю соскакивать в такие моменты, когда большое напряжение со стороны команды другое, и играл до конца, хотя, ну, чувствую, что последствия могут быть очень плохие. В этом году тебя вызвали в национальную сборную, сейчас выиграл кубок. Можно сказать, что год у тебя удается хорошим? Я стремлюсь, чтобы такой год у меня каждый был. Я человек с характером, поэтому я стараюсь ставить себе максимальные цели.